Друзья, всем привет, всем здравствуйте. Вы на канале «Все будет хорошо». И с вами я, Елизавета. Друзья, я сегодня гуляю. Вышла наконец-то сегодня не скользко. Падал снег у нас вчера. Нет, позавчера и сегодня падал немного. И вот на скользкие еще солнце пригревает. И поэтому не скользко ходить. Вот я стою, кто хочет посмотреть, мастерские у нас здесь были. Вот их обнесли забором. И сейчас это арендаторы тут. Ну, в общем, чья-то фазенда работают. В общем, вы посмотрите, сколько у нас снега. Сколько снега. А у кого-то уже снега нет. Вот. Видите еще сколько снега. Да. Я иду, наверное, это. Экран снова трясется в руках. Вот. Снег вон. В саду, это у нас тут сад, где яблоки ходили, раньше рвали. Сейчас не знаю, не хожу. Ни разу не ходила. Уже давно, не знаю сколько. Сколько лет я сюда не ходила. Вот. Видите, все в снегу. Но если бы погода была теплая, а то у нас сейчас стоят морозы ночью. Вот были. До 17 градусов мороза в ночь. А днем вот сегодня плюс 2. И в селе или в деревне, да, тает медленнее, чем в городе. Ну, в городе и реагенты, и дома, и люди. Вот, а это наши базы. Свинокомплекс был. У нас сегодня вот и солнышко. Не вижу вот. А солнце ничего не видно. Я не знаю, надо дома посмотреть, как включать на улице, когда снимаешь. Вот. Ничего тут интересного нет. Вот видите, дороги чистились. Я иду и смотрю, сколько здесь песка. А у нас и сейчас, вот я сегодня шла. Кралась. Вот так прям. Это вот хорошо, здесь широко расчищена дорога. А то обочина прям вот такая, прям узенькая. Вот я шла. Говорю, как бы не навернуться. А дорога вообще скользкая, где школа. Вот здесь все сыпали, все посыпали. Здесь и дорога вся сухая уже. А где школа, там скользко очень, вообще скользко. Я не знаю, там, наверное, ни разу не посыпали. Как-то те года всегда почистят, посыпят. В этом году вообще никак. Ну, никак. Вот. Сегодня сходила сейчас на кладбище. И стало быть, прошлась вот сюда до мастерских и назад. Не знаю, сколько будет. 1000 шагов у меня. Прошлый раз было 6000 шагов. Я в магазин еще зашла. Сейчас, может, тоже зайду в магазин. Хлеба нет у меня уже больше недели, наверное. Закончился. А гололед. Я вышла, до садика дошла. Вот. И назад домой. Вот у нас еще здесь машины ездят. Машина ездит, да, сейчас трактор проезжал. Еще и народ сейчас выйдет гулять. А вот в Беларуси, я смотрю, Света, привет, канал и жизни, и слезы, и любовь. Вот там у них в Беларуси сухо. А раньше совпадал у нас погода, сейчас не совпадает.
Вот. Ну, в общем, ничего здесь интересного нет. Яблони. Сейчас, может, там в центре что-то сниму вам. Вот. Настроения нет никакого. Я боюсь, как бы депрессия не напала на меня. Вот. Как бы не напала. Вот, знаете, я снова вот хочу сказать про соседей. Про Валю с Васей. Вот зачем вам вот это вот задевать, вот эту ругань? Вот прошлый год она затеяла, какой-то ручеёк лила от меня. Тёк, то есть, ручеёк тёк. Ко мне он соседи лили вообще из канализации. Ни разу не пожаловалась, думаю, ну ладно. Выйду, скажу, ну ладно, думаю, ну ладно. Ну так они это, ну ладно. А это, ну, утекли ручьи, да, вот они весной. Ну, а вот что-то вот, ну, потому что не сильно тает. Если сейчас сильно было бы тепло, вода бы, лужи были бы, вот. Может, будет постепенно вот так таять. Не сильно. Вот. А прошлый год, наверное, сильно таяло, что ли. И текли ручьи, я не знаю, даже в начале лета у меня была вода. Это не у меня, опять я говорю, это соседка бунтовалась. Придралась ко мне, что от меня течет ручей. И что? Вот. И вот она весь этот всю шумиху собрала, весь этот цирк я назову. Больше, ну, никак не могу назвать. Написали в газету. Больно мне сделать. Вот представляете? Вот как вы, вот инвалиду, мне вообще нервничать нельзя. Инвалиду. Я раньше вообще вот не заикала, что я инвалид, да, мне стыдно было это говорить. Да, как бы подкрашенная, за собой следит женщина, какая она инвалид, ходит. Да, что сахар может у меня подняться, что по онкологии у меня что-то может быть. Вот, они не боятся этого, не жалеют людей, вообще никак эти соседи. Вот. Написали в газету. Пригласили глава администрации, сам приходил. Вот, летит. Куда он летит? Эта женщина. Главу администрации. Потом участковый приехал. Потом прокурор приехал, посмотрел. Воды в канализационной яме не хватает даже до верха. Откуда она мне вытекала? Она не вытекала, естественно, оттуда. Вот, посмотрел он. Не хватает 15 сантиметров. 15-20 сантиметров где-то так вот не хватало. Он говорит, давайте посмотрим. Я говорю, давайте посмотрим. Мне самой интересно, я не смотрю туда. Я знаю, что яма не переполнена. Вот. А выкачивать мне ее, конечно, потом пришлось. Потому что сколько воды туда налилось. Вот. Видите, сколько она собрала для меня. Вот. Я не знаю. И чего они... Вот, она хотела, чтобы я удалила первое видео про нее. Вот она дождалась. Или Бог меня к этому подвел. Ну, я не знаю, я каким богам была. Вот надо было молиться. Главе администрации писала. Участковому звонила, говорила, что куры у меня так и живут в огороде. Соседские. Что я, может, что-то посадила бы. Ну, как я буду сажать, когда я только до дома дойду, в окно посмотрю, они у меня там копаются, разрывают все. Ой, ладно. Это отдельная тема. Вот. И, как сказать, зачем они мне нужны в огороде? И когда мне нужен был свежий воздух, когда мне было плохо, я открывала окно, куры сидели около моего окна. Около окна и кукарекали. Я не знаю, вот у нас в жизни очень много, я на нее обижена, очень. Она ни на что внимания не обращала. Потому что ее Вася, наверное, так закалил, что она такая вот закаленная. И хрусталь весь бил. И тазиком ей бил по голове. Она орала. Ладно. Вот. И вот я не хочу. Вот не хочу просто эту тему затевать.
А она вот здесь мне гложет. Остается, как говорят, в печенке, да? Вот. И зачем они мне, куры? Мне нужен был свежий воздух. Ну, если они у нее в загородке, ну, куда тут деваться, да? Сейчас это деревня, это село. А раз вот так вот, они ко мне под окно, и она внимания не обращала. Ой, господи. Вот. Она внимания не обращала. Ни на какие мои слова. Что собака бегала по огороду. Что утки ходили у меня, все склевали это. Цветы клевали. Когда уточки были маленькие, цветы только сходили. Вот. Ни одна утку, никого не убил, ни одну тварь. Ни одну животину. Вот. И кролики съедали, капусту мою сгрызли. Но это вообще, наверное, года два, наверное, такое повторялось. Вот. Вот. Года два повторялось. А она внимания не обращала. Что я ей говорю? Какие я делаю ей замечания? Ни на чего внимания не обращала. Вот. И потом я сняла видео. В конце, самое первое видео у меня снято. По ее вине. Как будто вот, ну, я не знаю кто. Как Господь. Мне никто не говорил. Вот. Как будто Господь мне к этому привел. Сними видео про них и выложи. Ну, я не хотела, конечно. Я думала, может, кто-то посоветует мне. Я не хотела, чтобы кто-то видел из наших. Кто-то смотрел. Не хотела. Вот. Ну, а потом видео за видео так и пошла снимать. Так, друзья, пойду сейчас в этот магазин.